самая известная глава младше 50. Вокруг тебя много нормальных девчат, но лишь я сделала больно и покинула чат. Открытие 2020-го Клава Кока. Певице сегодня исполняется 24. Это ее голос звучит в наушниках подростков. Образ Клаве придумывает ее сестра, а уже потом его копирует улица. Чтобы вы понимали, резиночку на этих штанах шила моя мамочка в 5 часов утра. Футболочка-то лишняя. Кока наш ответ Билли Айлиш, только очень позитивная ее версия. Все, что тебе нужно, быть готовым к моим действиям. А это русский след в криминальной истории. Внук Катрин Дынёв задержан в ходе большой облавы. 32-летний Игорь Вадим оказался фальшивомонетчиком. Назвали Игоря в честь русского прадеда. Это вас удивило? Модель Бар Рафаэли и ее маму осудили за неуплату налогов. Бывшую подругу Ди Каприо приговорили к 9 месяцам исправительных работ, а ее мама угодила за решетку на 16 месяцев. Все следят за другим процессом. В Лондоне разводятся Джонни Депп и Эмбер Хёрд. Когда до развода было еще далеко, Эмбер дала ключи от дома Илону Маску. Депп посмотрел камеры, а там то Джеймс Франко выходит из лифта, то Ченнинг Татум. На каждом заседании Депп объявляет нового любовника Эмбер, сокращает ей выплаты после развода. Тебе доводилось видеть своими собственными глазами? Извини, а можно повторить вопрос?